Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Ожегова. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно задекорировать журнальный столик. Не удивляйтесь, именно задекорировать. Не обновить старый журнальный столик, а красивый украсить, сделать декор журнального или кофейного столика. Наверняка вы подумаете или скажете, что тут декорировать, что тут еще выдумывать. Положил пульт от телевизора, ну еще пару журналов, может быть книжка. Все, что там еще может быть? Ну, может быть там весной, там летом ваза с цветами. Что еще можно придумать? Оказывается, для профессиональных дизайнеров оформление кофейного столика – это целая наука, которая позволяет превратить самый обычный журнальный столик – центральный объект помещения. Журнальный столик, правильно задекорированный, несомненно, будет притягивать внимание и демонстрировать ваш безупречный вкус. Чем же можно задекорировать журнальный столик? Чем можно его украсить? А на журнальном столике можно разместить все, что угодно. Например, разложить на столе красочные книги, журналы аккуратными стопками или любимый альбом. Можно обернуть книжки в разные обложки, расположить цветы, добавить частичку природы. То есть вариантов великое множество. И для того, чтобы вы сами убедились в том, что это действительно работает, и такие задекорированные журнальные столики меняют очень помещение, совершенно делают его неузнаваемым. Давайте просто посмотрите те примеры, те варианты, которые я для вас подобрала. И убедитесь в том, что композиция на журнальном столике – это то, что вы будете лицезреть ежедневно и по много раз в день. Поэтому для того, чтобы сделать композицию журнального столика, которая будет вас радовать, а не напрягать, выбирайте только то, что близко вашему сердцу, что вызывает восторг и отражает ваш внутренний мир. А еще лучше, почаще обновляйте и меняйте декор на журнальном столике. Это самый простой способ освежить интерьер. На этом все, а вы наслаждаетесь коллекцией того, как можно задекорировать журнальный столик. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии. До новых встреч!